Самый старый губернатор России теряет популярность. Аман Тулеев скатился вниз в рейтинге медиалогии, который отслеживает сообщения в средствах массовой информации. По данным агентства, сегодня руководитель Кузбасса находится на десятом, последнем месте среди сибирских губернаторов, потеряв по сравнению с началом года сразу четыре пункта. Самые популярные главы регионов, о которых рассказывают СМИ, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, глава Бурятии Алексей Цыденов, замыкает первую тройку губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава правительства Омской области Виктор Назаров на пятой позиции.